Идея клипа пришла нам вместе с Полиной. Это история о том, как я ищу себя. Мне кажется, что рассказывать про историю вообще никогда нельзя. Надо дождаться и посмотреть. Та история, которую мы показываем, это вот отправная точка после того, что было до. А? Что? Так немного запутанно. В общем, было нечто. Это осталось за кадром, и мы начинаем новую главу. Серёж! Идея должна читаться зрителям и читаться от первого до последнего кадра. Поэтому, мне кажется, не надо ее рассказывать, эту идею. Я очень люблю танцевать. Мой хореограф. Мы работаем вместе уже 6 лет. Он ставит все номера и танцует заодно. Не дает молодым дорогу, танцует сам. Хореограф является неким помощником режиссера. Вот такую штуку должна сделать. Все, пускаем. Пускаем. С Зауром мы познакомились на съемках нашей чудесной семейной рекламы «Данон». Я подумала, что вот Заур как раз прекрасно все и сделает. Вот, но я ошиблась. Я шучу, нет, все получается по-другому. Очень красиво. И вы знаете, да, что это все снимается легким движением руки. И потом я окажусь абсолютно голой. Сегодня у нас второй день. Мы вчера снимали часов 16 вроде бы. Вот. И сегодня часов 18-20 мы тоже снимаем. Вы ни хрена не быстро работаете. Мы? Да. Все? Я не знаю. Я потому что я уже просто буквально труп, а мне еще танцевать. Что я там станцую сейчас, я не знаю. Я хочу поплакать. Конечно же, Полина. Ну, как каждый раз, входя в кадр, тем более после такого марафона, он совершает микроподвиг. И артисты должны говорить, что они устали и больше не могут. Поэтому, значит, все идет нормально. Наша с вами съемка окончена, ура!